живой, здоровый человек, только мертвый не ошибается. Да, это была ошибка. С одной стороны, раздача гречки. С другой стороны, у меня не было выхода противостоять той машине. Против меня работала СБУ, против меня работала МВД, против меня работал лично Петр Алексеевич Порошенко. И поэтому в какой-то момент я уже не думал о том, раздаю я гречку или кто раздает гречку. Было одно желание – что-то сделать для людей, как-то им помочь, как-то их поддержать хотя бы на эти два месяца. И я это сделал. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Они ищут у вас преступников. Что вы делаете? Тут живут мои дети. Я вас защищал на фронте. Вы кому служите сейчас? Генеральная прокуратура, следователь. Фамилия моя. Нардепи та медики намагались вивести Геннадія Корбана з зали суду до лікарні, але не до інституту імені Амосова. Але прокурори і СБУ стали на заваді. Корбан перебував у швидкій на території Дніпровського районного суду. У нього тахікардія. На відео видно, як він задихається, і в нього тремтять руки.